Здравствуйте! Мы, пайщики кооператива из разных городов и даже разных стран, выступаем с защитой в пользу нашего любимого кооператива «Бествей». Я, как пайщица, могу сказать, что это социально направленная организация создана с любовью и заботой о людях. Потому что это для многих даже единственная возможность приобрести для себя жилье, улучшить жилищное качество. В 2019 году, в сентябре, когда Центробанк проверил работу жилищного кооператива и сказал, что он работает легально, многих из нас это сподвигло, чтобы мы стали пайщиками. Нас стало больше и больше. И сегодня мы делимся с друг другом. И сегодня огромное количество семей по всей России, уже не только в России, приобретают с большой благодарностью для себя жилье. Я нашла выгодное для себя решение без переплат. Моя цель была в Москве купить квартиру. Приехав из Украины, это была единственная возможность с гражданством Украины купить квартиру в Москве через наш кооператив. Хочу перевести квартиру в России, потому что другие условия не были, как кооператив. Через самые хорошие условия, которые для меня выгодны. Я пайщик кооператива. Единственный способ для меня приобрести квартиру в Москве на выгодных условиях. Я гражданин Узбекистана, планирую через кооператив квартиру приобрести. У меня стоял острый вопрос об улучшении своего жилья. И только благодаря кооперативу я его решаю. И кооператив действует на основании российского законодательства. Это был большой плюс для меня. Каждое действие в кооперативе соответствует букве закона. Мы выбрали этот кооператив, потому что он надежный, потому что здесь все для людей и ради людей. У нас уже более 20 тысяч пайщиков по всей России, и с каждым днем нас становится больше и больше. Защитите наши права!